Озоне приобрели вот такие лестницы. Мы сейчас распакуем его. Эти лестницы у нас вот на чердак. На мансарда, можно сказать. Но это чердачный этаж. От второго этажа идет на чердак. Сейчас мы распакуем его и посмотрим, что там находится. Распакуем мы его. Вроде упаковали хорошо. Вообще видно будет. Вот такие они у нас. Вот такие лестницы. Лестницы вроде красиво сделали все. Ищем здесь с узорами, чтобы нога не соскальзывала. Лаком не покрыта. У меня есть лак, я лаком тоже покрашу. Еще лучше будет. Вот так открываются они у нас. Получается, поближе пройти. Это у нас 60-130. Это длина 130, ширина 60 получается. И высота лестницы 305 сантиметров. 3 метра 5 сантиметров. Чердачная лестница называется. Вот такая. Дальше. Вот она такая. Утепленный. Это тоже имеется, закрытые с той стороны. Вот. Снизу, чтобы не царапать, поставили тоже бумагу. Картон. Упаковали. Это у нас получается потолок, как бы. Лестницы и дальше ткани. Это как бы потолок получается. Дальше. Так делаем. Сейчас проверим. Здесь имеется пружины. Вот здесь имеются пружины. Хорошего качества пружина, цепь. Имеется и своя система. Сейчас посмотрим, попробуем его открыть. Подержи. Вот. По-моему, если не ошибаюсь, вот это открывается. Вот. Здесь получается еще ключик. Вот ключик тоже. Здесь ключик тоже сюда. Ключик тоже есть. Его поднимаем. Сюда иди, сюда. Это снимается отсюда. И сюда засовывают.
открывается. Обратно закрывается. Потом закрыли. Потом его открыли. Он так открывается вниз. И эта лестница опускается. Потом, после того, как подняли, его вот так берем и закрываем. Все, вот так закрывается. К нему имеется еще такая книжка. Как можно использовать, как нельзя использовать, все указано здесь. Вот так выглядит лестница в открытом виде. Но они так не будут выглядеть. Они по-другому будут выглядеть. Так-то. Вот и собрали. Давай закройте его. Осторожно, пальцы не прищемляйте. Все, друг на друга ложатся. Они будут составлять чердака. Здесь расстояние у нас 60 сантиметров, а там расстояние у нас проем 90 сантиметров. Так что надо будет подогнать. В общем, лестницы хорошие, качественные и красивые.